Еще одно уникальное сооружение появится в Сургуте. В 2015 году компания «Сургутнефтегаз» планирует завершить строительство Дворца искусств «Нефтяник». Здание будет иметь 11 уровней и, естественно, самое современное оснащение. Накануне на внушительной стройплощадке объекта впервые провели пресс-тур для журналистов города и района. По словам подрядчика, монолитное строительство уже выполнено на 70%. Всего для возведения Дворца искусств потребуется почти 37 тысяч кубометров железобетона. Такой способ выбран, поскольку с помощью него можно создавать абсолютно любые формы зданий. Проект разрабатывала сербская фирма «Синтезис». В эксплуатацию объект планируют ввести во втором квартале 2015 года. Тогда жители Сургута и Сургутского района смогут оценить сооружение, которое, по мнению разработчиков, не будет иметь аналогов в стране. Оснащение большой сцены и самого зала на 1000 зрителей, а также джаз-клуб, зал для шоу-программ и большой банкетный зал. Стоимость проекта представители компании пока не разглашают. У нас здание состоит из 11 уровней, это приблизительно 12 этажей, общая площадь 45 237 квадратных метров. На каждом уровне предусмотрены зоны отдыха, предусмотрены аперитив, бары, кафе. По замыслу руководства Дворца искусств, в новом здании будут работать и театральная студия, студии джаза, танцев и всевозможные кружки. Сейчас в «Нефтянике» работают 84 человека. Штатную численность сотрудников планируют увеличить минимум в два раза. А сейчас мы работаем над планированием нашей жизнедеятельности вот именно в этом здании. Мы над планированием и подбором специалистов, и формированием содержания. То есть мы не можем сюда зайти и начать думать, что мы будем делать. Мы уже сейчас должны придумать, что мы здесь будем делать, и начать это делать, чтобы готовеньким зайти и осваивать.